Гости Анапы, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловки, Джубги, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсе заплатят по 10 рублей с человека. Это минимальная сумма по сравнению с другими регионами, где уже взимают плату за отдых. Власти региона планируют собрать в этом году не меньше 70 миллионов рублей. Благодаря этому будут открывать новые парки, скверы и пляжи. Деньги будут в полном объеме переданы в те муниципалитеты, где они были собраны. Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли. За этим будет следить созданный в крае фонд развития курортной инфраструктуры, а также общественный совет при этом фонде. Отдыхающие должны увидеть улучшения, приехав уже в следующем году на наше побережье. Благоустройство курортной инфраструктуры на собранные средства должно стать для людей видимым. От курортного сбора освобождены жители Кубани и 19 льготных категорий граждан. Среди них малоимущие семьи, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.